Вот, начнем чисто так вот. Ой, блядь. Ну-ка. Сейчас, Ванек, давайте. Ой, бля, ебаси. Давайте сейчас трансляцию включу. Ой, я могу быть здоров. Спасибо. Так а Серега не дома сейчас, что ли, нет? Или что он там вообще? Как он? Не знаю, он куколдится там где-нибудь. Первую? Блядь. Ну, первая хорошая такая кошечка. Кстати, я так понимаю, что через месяц уже нельзя так будет оценивать, да, девочек? Или можно? Не знаю. Ну, типа, я не смогу сказать, что у нее там нога хорошая или глаз там зоркий. То есть нельзя так будет сделать. Но да, ты тоже... будешь просто молча такой, бля, вот это, ну, ну да, вот это, ну, да. Ну, типа, нельзя будет там, знаешь, оценивать какие-то параметры, которые там может обидеть других, например, я не знаю. Короче, первая, да? Строго, я думаю, что первая. Да, ну, бля, первая, конечно, красивее, но вот этот ошейник на шее, это пиздец. А тебе не нравится чокер, когда? Не, ошейники тебе ебучие. Нравится, реально? Это, ну, блин, это же охуенная тема, нет? Пацаны, плюс кому нравятся чокеры? Не, полная хуйня. Не знаю, они такие, они сексуальные немного, мне кажется. О! Эмили Франкенжейн и... Ой, блядь, вторую, ой, вторую, правую, блядь, это 100%. Да? Ебать, и... у нее... Ну, у нее мордашка такая, да, симпатичная? Да, личико вообще так. Вторую, да, пацаны, без разговоров даже? Ну, тут да, тут без вопросов вторая убеждает, конечно. А потом ой, скинь мне этот тест. Что? Ой, ёб твою! Блядь, ну это, ну, нет, ну это по идее стримерша. Ебать, бару. Ну давайте быстрее. Нахуй. Какую быстрее? Говори только, надо, чтобы быстро. Вторую, очевидно. Вторую, блядь, все. Ты... Выбираем дальше, идем. Во, там верблюжья лапка могла выскочить в таком раскладе. Во, вот это. Слушай, ну вот это повзрослее такая, а вот это более такая, знаешь, Final фантазийная какая-то. У нее значок Супермена или что это какая-то? Верблюжья лапка. Там копытца, может быть? Копытца, лапка, лапка. Final фантазийная, да? Ну, я бы вот эту взял, а ты строго. Стопудово правую, да, наверное, тебе? Да не. Ну, это такая, типа, знаете, она постарше, но опытная зато. Зато опыт. Опыт в глазах читается, это важно. Я беру опытную. Так, что у нас здесь? Строго. Я даже знаю, кого ты выберешь. Вот, ребят, я сейчас вторую просто покажу, как вот эту, реально, я думал, ты вот эту выберешь. Не. А тебе не нравятся блондинки? Не, у первой, у второй глаза красивее намного. А тебе такие куколки не нравятся, типа, искусственные? Не. Не, нет, тут именно искусственный вообще нет. Хесус приглашает Модестел на стрим. А что за клип не спамит? Это один и тот же чел спамит. Берешь так вот, оп, и не спамит. Все, чувак, красава. Ну давай вторую, я тоже, в принципе, согласен. Ладно, то у той не видно вообще часть тела. Гейша и Нео Сезана. Блин, ну... Бля, вот справа как будто это какая-то... Фортнайтерша, помнишь, такая есть девочка, играет очень похоже на нее. Фортнайтерша? Да. Не, я ее в другом месте видел, нет. Будто бы. Она еще в таком расположении лежит. Блин, ну я бы, наверное, вот гейшу выбрал. Я бы первую выбрал, ребята. Да, давай первую, наверное. Ну, первую? Такая. А ты думаешь эту? Ну, я, ну нет, выбирай, как а ты кого? А ты вторую? Я бы правую, да. Пацаны, а вы, ну, ну мне первую. У нее еще стрелки вот, ну, эти. Ну, ты все равно дальше ее все равно не пропустишь. Давай вот эту, пускай это хоть будет. Да, вы, нет, выбирай это сам. Потом, может быть, я тоже, скорее всего, тест потом пройду. Ой. Ой, бля. Но... Ебать габариты, нахуй. Ну, тут вообще, слышишь, бампер такой-то. Тут категория, чтобы такими управлять. Тут категория Б нужна или С, я не знаю. Лейн, спасибо за подписку. Тут категория Б или С надо, чтобы за такие сесть. А, ебать, побибикал бы? Ну, слушай, я бы, наверное, зажал бы сигнал даже. Зажал бы? Зажал бы вообще как-то. А может, просто бибикнул и убежал? Не-не-не, я бы зажал строго, чисто сигнальчик. На 8 лет, да в смысле, и лет 25. А этой тоже лет, ей 39, вон возраст написан. Ладно, давайте вот эту выберем. И все, потом она все равно отвалится, скорее всего, дальше. О, вот это уже интересней, вот. Вот это уже интересней. Блин. Ну, так-то мне и Adidas нравится. Я и ношу Adidas. Но здесь не хочется, чтобы сюрпризы были, понимаете? Так скажем, подарки. А ты, ну, не любишь подарки, Диман? Ну, не хочется. Ну, ну именно такой подарок не хочется, да? Да, да. Вот. Живем вас. Кто носит фирму Adidas, так, Стас, тихо. Вот. Ну, слушайте, а это тоже неплохая строго, но здесь, мне кажется, вообще 50 на 50. Тут я даже не знаю. Не. Мне можно... и та вообще не вкатывает. Вообще не та, не та. Ну, я вот эту выберу, пускай будет, может, на Новый год подарочек какой-нибудь. Ой-ой-ой. Так, сейчас и себе... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Сейчас сделаю. Давай, давай, давай. Вопрос: либо себя бафнуть, либо лок закрыть. Что сделать? Даже не знаю, я бы себя прикрыл бы. Вот на этой территории огороженной и не выпускал бы с ней денька два бы. Я бы закрылся с первой, я согласен. Ну чё, пацаны, я за первую нога. Диман, видел бы ты другие фотки Фран? Да, там прям жесткие есть. А у нее есть Инстаграм? Я думаю, что я уже примерно понимаю, кто будет у меня в следующий раз на мониторе висеть. Примерно есть понимание. Ну ладно, я бы на самом деле выбрал вот эту. Мне нравится, что у нее красивая фигура такая и, в принципе, ничего лишнего. Прикольная. Я думаю, строго тоже бы ее выбрал. Курви Лама Лара Лофт. Вебку строго. Да, ребят, он это самое там голенький. Курви Лама или Лара Лофт. Я кончил, можешь next. Блин, ну, наверное, Лара Лофт, ребята, да? Наверное, Лара Лофт. Ну, тут все равно строго бы никого не выбрал, пока чаек сел. Блин, а я бы пока заказал чаек. Ой-ой-ой. Так, я сейчас себе закажу какую-нибудь еду пока. Пока процесс идет. А что заказать тебе? Блин, у меня, знаете, какой прикол? У меня Макдак почему-то не доставляет еду. Вообще никакую. И мне приходится в Яндекс.Лавке заказывать кофе и все остальное. Кофе. Хотя я не хочу кофе, я хочу сок, по идее. Норм прикол. Квикхантик, ты если на стриме, тоже заходи, пойдемте играть. Еще одного человека возьмем и заберем. Нам еще нужен, по сути, нам два чела еще нужно, если Квикхантик не пойдет. Я, Стас, строго, еще два чела. Ну, найдем, я думаю, по-любому. Так. А, Серега зайдет. О, четыре человека. Еще одного нужно. Еще одного нужно будет. Серега, а у тебя есть кто может еще сыграть? Сейчас подумаем. Не, после этого, после теста. Слава, да, Слава, ребят, сейчас он, вы что, он сейчас в каяшке, я думаю, с Virtus.pro. Слушайте, я не знаю, что заказать, у меня Макдак почему-то не функционирует, полностью вообще не выполняет свои обязательства, а еще и доставка 400 рублей, подождем немножко, подождем. А что со значком модеров, а что у тебя нормальный? Я же добавил новые значки для этих, для сабов, смотри, у меня какие есть, смотри, Серега, смотри, какие модные. И у меня есть этот, покчамп вот такой. Я вчера купил за $15 себе. Ты так, 3 часа? Да я жду строго. Почему 3 часа сейчас? Арина? Арина сейчас запустит? О, можно с Ариной пойти еще. Но у нас тогда такой будет разномаст. У нас будет такая жесть. Еще Генсуха, но у нас тогда уже перебор. Если Генсуха пойдет... Ну, мне кажется, она будет чилить. Если она пойдет в контру, можно, конечно. Арина... А я сейчас напишу Арине тогда. Сейчас. Но Арина, мне кажется, с Симплом что-то будет делать, нет? Тут Симпл заходил. А, это Арина была, наверное, с аккаунта Симпла в Дискорде. Сейчас я Арине напишу. Короче, есть у чела канал, называется АУФ, по-моему, как-то так. И он выкладывает всякие такие короткие 5-секунды и 20-секунды ролики, где там кто-то упал, там кто-то, я чихнул, еще что-то. Пипец они набирают. Пипец они набирают просмотров, это так прикольно. Сейчас. Я написал Арине. Да-да, Диман пикает мид там и так далее. Ну, буду почаще делать клипы тогда, чё.
рекламы в них не хватает. Ну да, ну и слушай, если он так делает, я бы ему тоже, я бы его поощрил. На самом деле, вот злой прикольно делать, что мы мыльные мочалки там задонатили. Ребят, кто делает нарезки там со мной или еще что-то, и кто скидывает видосы, скидывайте, если будет годное что-то, я вообще готов с удовольствием поддерживать. Это очень круто. Это очень круто. Давай быстрее. Хотите быстро, тогда вот это. Сразу, на первый взгляд. Где строго? Ой. Это на весну похоже, Катерина. Слушайте, ну здесь, ребят, я, наверное, выберу вот левый вариантик. Мне очень нравятся такие платьишки. Здесь я, наверное, выберу левый вариант. Сейчас мне Арина ответила. Подождите секунду. Арин, чек ВК, если на стриме. Я вот эту. Блин, покемен. Кому нравится покемен, ребят? Мне вот вообще, честно говоря, не мой типаж. Плюс Егор Крид говорил, что вживую, типа, она по-другому чуть выглядит. Кому покемен нравится? Какая классная футболка. Да я приятеля купил, 1000 рублей стоит у нее в магазине. Они там продают из Турции шмотки. Это, кстати, наше производство. Футболка и просто принт сделали, и все. Но я, наверное, DreamX выберу. Мне кажется, она... не мой вкус, скажу честно. Буду откровенен. Я не знаю. Вторую? Ну, гоу вторую, ладно. Роман Рой, вторая. Блин, вот это вот... Вот это, знаете, это такая типичная актерская внешность. Вот ей бы в кино сниматься, а она в стримы ушла. Вот, ну, вот где тот момент был, когда она сошла не туда? Вот, вот, вот это типичная актерская внешность. Вот я ее выберу, ребят. Блин, ну, наверное, второй. Алло. Да. Здорово. Ну что, Диман? Здорово, Серег, здорово. Здорово. Я Арине еще, короче, написал, может, Арина в КС пойдет. Короче, строго, левая, правая, быстро скажи мне. Пацаны тут в раздумьях. Бля. Он покемена, блядь, кикнул, нахуй, прикинь. И не левая, не правая. Да что ты так? Покемена, слушай, ну она вообще не мой типаж, понял? Ну, она мне не нравится как стример. Ну ладно, короче, не то. Как стримерша, блядь, на нахуй. Как стримерша охуенная. Ебать, ты ее закопал еще. Все, ладно, я сейчас как бы себя не закопать. Ой. Бля, а сейчас... Я не знаю, что это такое было. Вот. О, Мия Малкова, стоп. Чего? А, она и стримерша тоже? На каком проекте? Это, блядь. Подождите, а Мия Малкова, она же с другой платформы, да, пришла, по-моему? А что, она там бан получила? Ну-ка, сейчас. Подожди, да я... Мия Ма... Как? Мия Малкова. Это точно она? Это порноактриса? Блядь, а тут не будет больше таких? Нихуя! А тут... Ебать там... Там нормальные сраки. В инсту зайти к ней? А у нее норм инста? Сейчас зайдем. Сейчас. Инст. Инста. Инста. Мия Малкова. Оу! Оу! Диман, у тебя видно все, Ебать, Диман, скрой. Там не видно было. Все, Мия Малкову выбираем тогда. Блять, тут главное, чтобы не выскочило еще что-нибудь. Бля, вот бы какая-нибудь Эльза Джин, да, Диманчик? Смотри, как тебе... Блин, ну вот это вообще не мой типаж. Iron Maiden, она хэд-метал слушает. Серега, тут 40K поинтереснее, наверное. Вот это или вот это? 40K, ну да, я думаю, что она такая более... Light Moon и Melanie. Блин, ну тоже, вот, честно, я люблю, знаете, я люблю, вот, когда девушка загорелая, короче, мне нравится прям, вот, не знаю, загар. Загар я имею в виду. Получается, Light Moon или кто? Ну, получается, да. Ну, короче, нравится именно вот, ладно, блядь, я не знаю, в условиях в таких говорить. Ой-ой-ой, этот, а куда смотрим там, налево куда-то уход. Уход. Стрейф налево пошел, слышишь?
Там налево стрейфится. Ашка ебанулась. Да-да-да-да. В обход уходит куда-то. Давайте вторую, наверное, да? Вот Гнари Ультра вот эту. Них, конечно, не очень. Ну да. Ну блин, хотя это тоже неплохая. Ну это, ну да, она, смотрите, она танцует, наверное, Белли Дэнс, у нее такие штанишки. Мелина Габет. О, Мелина это к Ваньку, блядь, ребята. О, Ванек. О, Мелину я знаю, она же постоянно в бассейне, да, такая, с фигурой нормальной. Да, да. Постоянно она, в кровати, да? Блядь. Она, да, Ваня? Да, да. Да, ее, я думаю. Я помню Мелину. Топ Ган и Джессика. Топ Ган это видос на Ютубе. Да? Топ Ган это барбершоп в России. Да, да, да. Все перебрали. Но еще, оказывается, это стримерша. Но я не знаю, я, наверное, Топ Ган выберу. Я, наверное, первую. Да, первую, наверное. Вон эту. Ну, вот это уже интересно. Вон эту. Лю. О. Эй, ЗКИ и зомби Юникорн. Ну, блин, это жестко. Очень. Ну, я бы вот первую, да. Здорово. Это Стас? Здорово. Или это Хантик? А, это Квихантик. Здорово. Сделал звук себе. Серега, у Квихантика траблы, короче. У него на компе звук такой глухой, как будто из колодца. Что может быть трабла? В наушниках? Нет, он говорит, что не в наушниках дело. Типа, это может быть с драйверами или вот чем-то? Ну, может быть, звуковушка что-то. Троина, которая у него там есть. Ну, я XLR себе. Просто компьютер Flylight говно. Так, блядь, не пизди, компьютер охуенный. Так, просто у Хантику прям это самое какое-то, ну, не зашло, понял, блядь? То это, то случается. Я вот эту выбираю, кстати, у нее фигура хорошая. Давай уже выбирай. Ой-ой-ой-ой-ой, Пикачулита. Ой-ой-ой-ой-ой. Так говоришь, будто бы знаешь. Блядь, я хочу с ней быть знакомым. Хочу быть с тобой. Ну, мне нравится Пикачулита. Эмма, не знаю. Как второе, пацаны? В смысле второе? А первое, что нет вообще никому? Бля, Диман, ты мне такой контент придумал, спасибо. Не за что, я гений. Ты долбоёб. Ты меня только позови выбирать, а то, знаешь, ты там не выбираешь. Не-не-не-не, я уже придумал все. А что ты придумал, что будет? Не расскажу. Я думаю, что Ника. Это... Кто? Ну, Ника. Ники. Блять. О! Story mode бое. Сара. Нифига себе, у него. Где такую футболку взять из Южного Централа? Играть из Южного Централа. Охерительная футболка. А, нет, это очень страшное кино. Алло, стоп. Это же очень страшное кино, да? Диман, я бы тебя трахнул. Южный Централ. А, или Южный Централ, да? Офигеть! То ремоут бое, офигенно, кстати. Я ее бы выбрал. GTFO бое. GTFO бое. Тебе русские стримерши попадались уже? Да, 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 была, да. Кто? Нет, не было еще. Должны быть русские. Сейчас. А, должны. Вот слева нет? Или она не русская? Киви Фокс? Не, я наверное, плюшевую выберу. Аник, ты пойдешь в КС, нет? Кристал или Видау? У меня, кстати, ник был, когда я профессионально играл в Ghost Recon, у меня ник был Widowmaker. Типа. Куда ты профессионально? У меня был ник Widowmaker, я типа делатель вдов. Да. Кристал. Бризи или Рэмми? Ну, блин, я за Бризи, наверное. Она, смотрю, и за домом следит, и убрано, чистенько. Здесь вообще непонятно, вон там время. Вот у меня тоже убрано, чистенько, да? Ну вот, строго. Был бы на ее месте ты, я бы тебя выбрал, а так ее. Диман, я бы тебя трахнул, на самом деле. Твой вот этот, блядь, вот этот чебурашка, блядь, на груди. Я бы просто туда бы просто все бы скинул, так скажем, весь груз. Так. Прям на чебурашку. Я сделал видос с тобой на конкурс бустера. Посмотришь, Форс, но не сейчас. Сейчас тут серьезный выбор идет. А так скинь ВК мне. Я гляну. Я вот эту выберу, наверное, вторую. Диман, мы ведь будем собираться? Блядь, да. Ладно, она, но дальше. Блять, вот это прикольно. Мне. Вам нравятся кольца в носу? Нет. Мне нравится, когда в носу что-то. Металл. Есть кому подходит. Да, да, ну, возможно, есть кому подходит, но обычно нет. Обычно, блядь, офигенно подходит. Не, вот это сбоку, оно красиво, а вот именно как у коровы, типа, это хуйня полная. Не знаю, я вторую выберу, мне прям Кортни Смоук.
Ну прям... Смоук? Да, ну прям глаз... Смоук. Глаз чистый, как океан, как озеро Байкал, прям. О, чисто тяночка. О, аниме. Анимешечка пошла. И I was in the shower, я была в душе. Ну, у него ножки красивые. Здорово, дядя Конор. Здорово, Конор, ничего что давненько не было. Здорово. С кем он здоровается, блядь? Ну, мне донат. На стрим зашел. Во, я анимешечку выбрал. Да, у него ножки охуенные. Да. Классный, Диман? А вот это вот здесь, смотри. А вот здесь на Антику похоже. Да, да, я тоже хотел сказать. Вообще Антика один в один. И Соня заявил. Ну, блин, наверное, Антику лучше выбрать. Но он посимпатичнее здесь смотрится, мне кажется, на этой фотографии. А я корчу лицо. Ой, может, блядь! Охигал. Сейчас, подожди. Ну, блядь, вообще это стримы. Ну, выберу. Ой-ой-ой. Вот, блядь, вот ну, это поняли, нормально. Выбрал. Сейчас. По итогу. О, вот оно. Пошло. О, тут фасолька префайром. Не, ну тут... А, так Луна шибуя. Префайром фасольку можно попасть срочно? Фасольку тяжело попасть, она миниатюрная. Но если попасть, оттуда, мне кажется, не выскочишь. Блин, ну здесь, кстати... Блять. Фелисия Сандерс. Ну и кого выбирать здесь? Первую, наверное, выберем. Сейчас я буду... Я боюсь просто после той... Давайте вот так вот, ладно. Но здесь вот эта Мэри Бэйби, она более естественная, мне кажется, да? Мэри Мэйби. Мэри Мэйби. Ой, Мэри Бэйби. Мэри Мэйби. Блять. Я понимаю, что это все стримерши, но тут такие наряды. Ох, ебать наряд, блять, я бы в это колесо. Я просто боюсь, что что-нибудь выскочит. Я бы в это кольцо, блять. Дядя Конора, Конор Чильд в бане, понял, дядя Конор. Бля, ты с кем разговариваешь? Да донат мне приходит, господи. На экране нету доната этого. А, на экране нету, сейчас будет. Спасибо, дядя Конор, за 200 уже. Мне Юги нравится, левая, первая. Юги? Ну да, Юги, это слишком, мне кажется, ей меньше 18. Опасно выбрать, а это точно постарше. Сейчас я еще пару раз уберу вот так вот, потому что... Юги на стиле. Ой-ой-ой, Серега! Блять, а что делать? Бля, ну, фруктовка, извини. Ну, Angel Melly форма нормальная, да? Ну, я думаю, что Angel Melly, да, получается? Чат. Чат первый пишет. Так а что выбрать? А вот сейчас, понимаете? Я не знаю. Не, ну фруктовка здесь охуенно выглядит, согласитесь. Накидал бы ей? Нет, ты что? За щеки. Нет, строго. Я таким не занимаюсь. Да, почему бы нет? А ты бы накидал? Просто бы трахнул и все. А ты бы накидал? Давай так. Диман, мне бы хоть кому-то накидать, блядь. Накидай в кулак. А, ну я шучу. Ну чего, кого выбирать-то, я не знаю даже. Второй. Давайте фруктоску, чтобы потом из-за жалости, да? Из-за жалости, понятно. Нет, потом будет конкуренция. Понятно, Диман. Ой-ой-ой-ой-ой. Джасти Кастро и Фибукс. Бля, ну, наверное, я бы... Вы Фибукс вам нравится? Да нет, просто... Я бы вот эту девочку, я бы первую выбрал, она интересней. Сейчас я вот так сделаю. Блядь, здесь такие фотографии, я хер его знает. Да, Диман, да похуй, покажи девочек. Да такое не факт, что можно. Я вот так вот сделаю, вот эту выберу. Вот это норм. Кристелла Джей. Не, ну можно, точнее, это со стримов, но все равно опасно. Так, Лили Пичу. Бля. Ну я, наверное, вот эту выберу. Я таблетку выпил, ебать, хорошо стало. У меня так башка болела. Just Foxy, я знаю. Это же наша? Не знаю. Just Foxy это наша, по-моему. Диман, не знаю, ну ты бы ее бы на это. Там забей вообще. Там бы такой был этот, слышишь, рейд Shadow Legends. Просто персонаж бы до 50-го левела за ночь прокачался, мне кажется. Просто без выхода. Просто без выхода из игры. Диман, я тебе говорю, я бы. Слышишь, я бы запустил игру, короче, и не выходил бы из нее просто, наверное, несколько часов. Я бы там подземелье рейдил вообще максимального левела, блять. С одним героем. Ты понимаешь, что там подземелье, ну, там сантиметров 13 подземелье. О чем, или 15. Весь чат! Чат, вы чего первые-то спамите? Реально первое? Ну окей. Так, блин, у меня есть предвкушение, что сейчас будет... Блять. Строго, ну, мне кажется, просто такие вещи... Блять.
Диман, знаю, покажи. Можно? Ну, блядь, это можно? Да я просто показывай. Не знаю. Покажи, покажи, покажи. Ну, блядь, я не знаю. Покажи. Ну, но, короче, покажи, смотри, но... видно большую часть груди, но закрыто все. Но она покажи, ну покажи, похуй, покажи. Точно? Да бан всего лишь на 24 часа. Так ты же здесь видишь. А, блядь, да? Нет, всё. Да. Да нет, там не бан. Сазонов, спасибо за 3 месяца. Не-не, там не бан, там все норм. О, слева ебать неожиданная такая миленькая. Слева, да, слева прикольная да. девочка. Спасибо. Слева mm-hmm. прикольная. Первая вообще мне идет сразу. Ну, здесь я думаю, что без разницы. Миленькая такая. Без разницы. Ой, на Генсуху похоже чем-то. Чуть-чуть. Еблан. А чего? Нет разве? Да не. Нет? Тогда вторая, да? Ты бы, Ванёк, такой коробки не стал бы собирать, да, чтобы при этом помочь? Ой, там пес надувной, ой, этот плюшевый. Сука. Нормально Серёга, кстати, затроллил. А ты, я думал, ты заигнорил. А я не, сначала не понял, я сначала не понял, потом я потом вспомнил, я провел параллель. Брибан и слепимия. Слепимия звучит как какая-то это, диагноз как будто. Слепимия. Ну, сонная мия получается. Вообще-то слепи это спать. Да, сонная мия. А мия это что? Блин, я, конечно, ничего не хочу говорить про... Ну, давайте мию. Брибан. Блять, вот есть ощущение, что... Ио! Не, ну здесь нет, здесь она в бассейне, типа, это же стримерши. Я за Гэби, наверное. Гэби, я думаю, ребят, да? Ну да. Ну, бля, у нее линзы или что это? Да, Гэби, как будто Гэби, бы. Гэби, Гэби. Блядь, есть предвкушение? Да не, все, вроде норм. Бугатти? Би Джулетти или Дир Надя? О, это наша. Думаешь? Ну, мне кажется, дорогая Надя. Дир Надя наша, я думаю. Не, это олень. Че, блядь? Ну, Дир это, по-моему, олень. Ну, олень, да. Не, Дир это земля. Надя? Не, ну, наверное, она помилее. Это как это, ну, таком, на таких серьезных щах. Ты посмотри, у нее еще татуировка какая-то масонская. Или я не знаю, что это такое за татуировка. Это какой-то, слышишь? Это что-то... Как... Диман, слышишь? Что? Я тебе покажу, что вот эти... Ой, блядь. Ой-ой-ой, нихуя. Там, что-то слышишь, тут 50 на 50 залетает. Кайли Реней. О, ну вот ей, кстати, не очень идет, мне кажется. Вот ей не очень идет. Ну, наверное, все равно я ее выберу. У Димана реакция. У меня нормальная реакция, пацаны, просто. У тебя реакция, как. Я же тоже разглядеть успевать хочу. Диман, отсоси мои яйца, сынок. Пошел нахуй. Смотрите, Аспен. Ну вот это более живая, да, такая вторая дуда, тут без вариантов. Диман, да. Пополоскай мои яички, пожалуйста. Во, вот, ну вот это, блин, нифига так губа проколота, смотри. Диман. Строго, смотри, как губа яйца. Проколота. Не, вот эти все пирсинги, это пиздец, конечно. Ну блин, я все равно ее, наверное, выберу, потому что вот этот не мой типаж. Что там ну, за да. кроссовки? Это кроссовки этого, что ли, Поки? Только Лучше. Белого цвета? Не, у Поки пиздец, конечно, кроссовки. Поки пиздец. У нее там такие кроссовки. Вообще огромизи. Пати лайк Мэг. Ничего себе, блин, такой ник. Мэг, которая любит пати. Пати лайк Мэг. У меня сразу отсылка на всякие ресурсы идет. И Фейс, справедливость, судьба. Судьба, я судьбу выберу, ребят. Blue Face, baby. Это у тебя музыка это играет? Да. Фоксин Кин или Энни? Ну, наверное, Фоксин Кин. Блядь, есть предчувствие, что сейчас будет бан. Нет. Oh! Ну, не-не-не, ну это можно, типа, это стримерши. Ну, я не знаю, это бассейн, либо... Монгрелс. Кого? Ну, я даже не знаю. Монгрелс Докс. Я даже Mongrel не знаю, Dogs. Ребят. Что думаете? Ну, мне вот личико симпатичное вот здесь. Ты же сейчас сложно. Да, что-то Диман, блядь. Симпатичный. Наверное. Ну, наверное, так сделаю. Да, я понял, все, Диман. Наверное, так. Здесь вот это поживее, по-моему. А есть девочки в чате? Сейчас, подождите, я чат открою. Есть девочки в чате? Пожалуйста, скажите, а что вас привлекает в мальчиках? Строго. Большой член. Обкусанные губы, блин. Нихуя, ну, значит, что я. Да. А у тебя сохнут они просто, или ты их кусаешь? Ой-ой-ой. Я не знаю. Витанита. Надо было 256 брать, очень мало наших стримерш попало сюда. Нет, скорее всего, просто мало добавили их сюда. Не-не-не, здесь много, здесь 256 человек. Бля, я бы право выбрал, Диманчик.
Миленькая. Правая вообще хорошая. Все, и теперь быренько экспрессом идем. Ребят, сейчас чисто я, смотрите, на свой вкус выбираю. Максимально быстро, на свой вкус. Понятно. Твой вкус. Понятно. Понятно. Ну, это ну ладно. Здесь. Понятно. Но булочку как-то смахивает, как будто у нее у булочки такая же фотка была. Диван, мы КС играем или да, нет? Да, 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 все, сейчас уже заходим. Фасольку бы выбрал. Согласен полностью. А вот так полетел резко, ты торопишься куда-то? Я хотел вот эти прощелкать, чтобы потом одну восьмую уже спокойно щелкать. Я чисто сейчас на свой вкус выбираю, а потом... Ну, надо было прощелкивать первый этап, наверное, а потом уже... Не-не. Да-да, сейчас нормально будет, сейчас 8 на 8. Диман, у тебя какой-то вкус, знаешь, своеобразный, так скажем, старперский. Слышишь, старперский, я выбираю вообще малышек. Каких малышек, алло, блядь? Каких? Таких. Блин, наверное, так. Тут у Юги либо фотка охуенная, либо просто она охуенная, непонятно. Ну здесь, да, здесь от фоток все зависит. Просто берут фотки с какой-то фотосессии. Я думаю, мне кажется, у меня вот это вообще победит. Это очень... Да, мне не очень нравятся фотки с фотосессий каких-то. Ну... Там, где накрасят, нахуярят их. Вообще полная хуйня. Все, вот, осталось 7 штук, и потом уже можно 1-8 уже серьезнее выбирать. У нас хантик пришел мышкой покликать. Фига у нее губа... Блин, мне очень нравятся пирсинги, я не знаю почему. Мне прям очень нравятся пирсинги, да-да-да. Мне что-то стали татухи и пирсинги нравятся. Блять, а вот это сложный выбор! Ну здесь я знаю, по крайней мере, что фигура балдежная. А тебе да, нравятся пирсинги? Непонятно. Григорянович. А здесь непонятно. Я, наверное... Не, я правую выберу, ребят. Но пирсинги это прикол... Блять, я выбрал эту, потому что вот... Внешне нравится или в качестве чего? Просто нравится или нет? Ребят, сейчас не глядя, просто щелкну мышкой влево-вправо, наверное, буду водить и щелкну. Согласен. О, фасоль. Такое говно. Ой, но есть тем, кому очень подходит. Так. Ну, таких очень мало. Есть тем, кому очень не наоборот не подходит. Все. Теперь ответственный выбор. Фоксинкин или Ноузи Баттерс. Ну, блин, Фоксинкин, мне кажется. Диман, яйца поправил? Руку из-под шинов достал? У меня вообще ничего не стоит, чтоб ты понимал. Да? Ну, да. Блядь, ну очевидно. 36. Вообще, блядь. Очевидно, плюс очевидно. Да нет. Там уже не только... Я, между прочим, вчера два раза дрочил, если что-то пошло. Так что, блядь, давай-ка не выебать. Нихуя. Машина. Да делать нехуй было, я лежал и все. Я 4 дня уже лежу, болею. А что мне делать? Что мне делать было? Так, кого выбираем здесь? Джастик Астра или Бризи? Дело было вечером, делать было нечего. Да. Еще Диман как? Причем подряд? Подряд? Ну да, там 5-минутный перерыв был, кофе принес курьер. Принесли. Так. Ну, блин, Диман, я, наверное, а ты вот как курьера встречаешь? Ты одеваешься или в трусиханах? Ну, шорты одеваю и футболку, и все. Ну, один раз без футболки встречаю. Да? Да. Я не знаю, я каждый раз в трусах их встречаю, мне вообще поебать. Блять, я домофон для начала. Ты домофон-то почини, чтобы тебе вообще курьер приходил. Да мне так лень вообще. Я так понимаю, обычно через Серегу курьеры заходят. Не-не-не, они иногда сами заходят. Дина, привет. Целых два. Дина! Привет. Ты не должна была это слышать, если что. Блин, вы знаете, что у нее Феррари? Она на Феррари гоняет, у Карины Корп, у нее Феррари. Да? А да. Кто это вообще такая? Это девочка Тифу бывшая. Ну, она вообще медийная такая, она медийная. А, девочка Тифу, ну тогда понятно, почему на Феррари. Медийная дама. Блин, ну здесь я не знаю, ну Карина Корп хорошо выглядит. Карина кто? Карина Корп. Блин, здесь чисто выберу, наверное, справа, она миленькая такая. Хотя слева тоже прикольная девочка. Но у нее маник не новый. Не новый маник. Ну все, из этого отъехал. Все, да. Пошла в пизду. Да. Маник фул хуйня. Блин, здесь она справа, наверное, Нуфу выберу. Если маникюр это маник, как говорится, то тогда... Диман, тогда че? Если маникюр это маник... Кого? Так. Че? Ничего, блядь, завались. Кого выбрать из этих дам? Фасолька 100%. Фасолька по-любому идет. Серег. Ну здесь Мишель Браун.
Вот, вот мне, кстати, очень такой пирсинг нравится. Дин, можешь губы пробить себе? Можешь пробить губу металлической палочкой? Ну, вот это, пирсингом. Неплохое такое предложение. Ну, реально, ну, мне нравится, блин, прикольно вообще смотрится. Очень балдежно. Блин, ну, здесь я не знаю, Кристал и... А Кристал... Лил Кристалла, знаешь? Застелла, да, я знаю Кристал Мэя. Кристал и Застелла. А Лил Кристалла знаешь? М? Там это... Nike Air Force, ну, наверное, цвета вот это, капуст. Наверное, да, первую. Тел пишет, сосать неудобно. О, у тебя что, пирсинг есть на губах? Ладно, извини, брат. Не, по факту. Она будет задевать, Диман, так скажем. Чего ты смеешься? Да ничего, все. Ебать, пошутил один раз, более-менее нормально, да? Я не люблю тролли челов в чат, они все хорошие. По умолчанию, за исключением Вити Амбала. Почему не Вити Амбал, блин, хуёвый? Да он заебал. Потому что... Так, ну, наверное, вот это. Ой, бля, не, в зелененьком я бы ее это... О, Пичу один у меня в чате пишет, выбирай меня! Что? Это... Кто? Это та, которую мы выбирали, подожди. Или нет? Это что такое? Или это чел просто? Это что такое? Это она, нет? Лил Пичу. Не может быть, она русский не знает язык. Блин. Что за Лил Пичу? Здорово, ну, здорово, это... а что за ку? Чоллог бы написал бы у тебя в чате. Здорово. От кого? Павел Маркизян, спасибо о, тебе. О, Маркис. Спасибо за рейд, я не видел. Маркис, спасибо большое, бро. Спасибо. О, у тебя смайлик есть вот этот прикольный. Блин, пацаны, юзайте мои вот эти смайлики, которые я вчера залил. $15 стоили. Вот, сердечко всем вам. Так, ну блин, я не знаю, ну... Я на самом деле... Мне вот это нравится очень. Мне нравится она, смотрите, в спорте ходит. У нее баночка такая чуть-чуть есть прорисованная. Фигура, то есть фигура. У нее лицо такое няшное. Ну она да, она вот это прикольная. Первая прикольная. Хотя выбирай сам, блядь. Хуя да, слева очевидно мапки. Да, слева. Не, мапки все тоже по таким, знаешь. О, ну здесь слева, наверное, я выберу слева. Миленько, да, у нее взгляд такой, да, хороший такой. Ну, здесь слева тоже. Одинаковые, вообще, на самом деле, почти одинаковые. Вот это совпало, слева. Ай, блядь, почему фруктоска еще здесь? Как она дошла до сюда? Я не знаю, ну давайте пропустим дальше. Что такое хейт, бедный? Да я не хейт, да я же шутка. Здесь вот эта, наверное, дама пойдет. Фруктоска! Привет! Ты Фруктоска, я тебя сюда продвигал как мог, и ты, блядь, говорит, что ты вообще тут делаешь, ты почти в финале, Фруктоска. Так, ну здесь очевидно Карина Корн. Благодаря кому, Ликс? Благодаря мне. Ты бы ее сразу скипнул. Я не скипал вообще Фруктоску. Да, попизди, блядь. Вот давай, Ванек, вот сейчас вот это. Вот милашка Дженна Урф. Блин, фига она такая миленькая, прикольная. Так, ну здесь... Блядь, очевидно, да. Блин, стримерши, пожалуйста, я на будущее, стримерши. Кто смотрит меня, зарубежные стримерши есть в чате? Бум. Посадите. Дим, сходите на караваны. Мне мало кого присануло на нахуй. Есть на зарубежные. Пожалуйста, сделайте фотографию в бикини на фоне бассейна, чтобы выбор был, чтобы выбирать можно было прям вот прикольно. Окей, хорошо, старпёр, блядь, сделаю ради тебя. Пишите на английском языке, ок, потому что вы из, ну, не стримерша, поняли, да, какие? Спасибо большое. Так, я выберу вот эту, Френ. Окей, на английском. Блин, ну тут фасолька, да, получается, по-любому? Григориан. А с кем она файтится? А, я не успел. Ну здесь... Да. Не, ну здесь вообще, кстати. А, нет, там вообще без шансов забей. Не, тут фруктоска же, да, Серег, что здесь выбираем? Да, как будто булочка против фруктоски. Ну здесь фруктоска, да, здесь по-любому фруктоска. Так, а здесь антика. Я... О, блядь, а вот здесь хер знает, что делать. А ну-ка. Мне Диве больше нравилась первая, которая была. Фасолька, да? Фасольку, да, берем? Григоряныч. Я попекнул фасольку, да. На деле здесь Карина Комп. Карина Компа, блядь. Карина Комп. Карина Комп. Да-да, пишет фруктоз. Не, ну Карина Комп, да, Карина Комп. Конечно. Фасольки парень есть, к тому же. Она вроде писала в Твиттере недавно, что... Да, ничего, парень. Не шкаф подвинется. Нифига, у нее, кстати, шкаф, кстати, как раз-таки.
Так, Чло-лок или Нуфа? Чло-лок, 100%. Да, ну вот это по-любому. Чло-лок. Да, она охуенная, на самом деле. Да, она прикольная. Да, блять, вот здесь сложный выбор, доверил. Да, фруктоска, пока. Да ладно я, если что, пошути. Нет, тут, по-моему, реально бабы, блять. Блять, фруктоска, я просто выбираю, видишь... Да все, кликай уже. Да кликай уже, блять, не оправдывайся. Блять, я чувствую неловкость какую-то. Да все уже. Да на самом деле, вот я не, мне сложно сделать выбор. Правда, да, сложно. Давай не пизди. Сложно. Ой, блять, я не хотел нажимать сейчас. Что вообще? Что? Не хотел, мы поняли. Что? Бля, что ли, ты долбоёб, что ли? Френ выбирается здесь. Бля, как они дошли, вот эти френы Супер Коллекшн? Блять, а вот здесь-то, ну потому что Френ тут есть чему дойти, так сказать. У нее выносливость хорошая. Да, уехала Френ. Короче, Хлоя Лок выиграла, походу. А, или подожди, или Жен. Ну, блин, а вот здесь... А хотите, я сделаю просто такую тему, что выбрать не сможете? Вот делаю так, и все, пацаны. Хуй, кто выберет что. А, там типа этот... Unreal. Все, нет, ситуация, Орил, очевидно, это загадка, очевидно, Жанна Фреско. Очевидно, вторая. Алло. Нифига не очевидно. Не, я бы жену Урф выбрал. Вот, что, видишь, все. Это тут не выбор. Сделайте голосование. Голосование сделайте. У нее охуенное лицо просто. Ну, блин. А тело типа у них одинаковое. Я отвечаю, 50 на 50 будет. Сделайте голосование. Нет, сейчас будет 50 на 50. Смотри, я тебе отвечаю. Нет, будет 70 на 30. Будет 50 на 30. На 60 на 40. Будет 50 на 50, я уверен. 60 просто. На 40. Потому что они просто идентичны. Блядь! Я не могу говорить к вечеру идентичны. Вторая мисс Великобритания какого-то года. Серьезно? Блин, у нее есть инста? Да, точняк. Чело и Лок, да? Да. Инста... Чело? Ну-ка, я хочу жену Урф смотреть. Жена... Ебать, она няшная, пиздец, Диман. Сейчас, подожди. Ой-ой-ой-ой. А. А, на нее Костыч подписан, блядь. Да? А, так там, типа, ну... Походу, жены Урф удачная фотография просто. Блин, а я сейчас напишу. Стоп, подожди, покажи вот эту Урф. Вот эту. Она с Мирой стримила, Чело Лок. Я сейчас напишу Чло-лок. Вот жена Урф. О, блядь, у меня сразу первый, блядь, слив. Я сейчас... Видишь жену Урф? Я, Дима, сразу экран делал. Ты показываешь мне? Да. Ну, я Ваньку показываю, может, ты тоже... Да не, она вон все тоже нормальная. Я, короче, сейчас я напишу. Ну, конечно, похуже, чем... Как у нее инстаграм? Вот это фотка. И вот эти фотографии. Напишу приписку слив. Вот. Ну, сливы, типа. У нее 90 тысяч подписчиков. Hello. Hello, I'm from Russia. Бля, Диман, не позорься, пожалуйста. I'm from Russia. Nice looking. Nice dick, напиши, и она не поймёт. Не, nice looking. Ух ты, блядь. Stay good. Нет, stay good, как будто типа стоит хорошо, какая-то хуйня может привести. Нет. Nice looking тоже. I'm from Russia. Stay good. How are you? Тун. Хлоя, девушка Киашимы? Это кто? Блять, тогда откат. Тогда откат сообщения, блять, получается. Сейчас отменю, подождите. А, да, в натуре Киашимы. Блядь, я нашел видос, где она на пляже голая. Ансент, все, я убрал. А то нахуй мне еще потом хеды прилетят. Так. Да, в натуре кешему девушку. Ну тогда получается Жена Урф. Сейчас только убрать надо здесь. Наверное, сейчас запреточка будет писаться, да, в конце, как обычно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну да. Ну, хуй. Пацаны,